Экс-министр обороны Донецкой Народной Республики Игорь Стрелков обвинил Путина в сливе русского мира. Как заявил Стрелков, что всем уже давно ясна позиция Кремля в вопросе защиты русского мира, лишь бы само рассосалось. Спросим у жителей города, как они относятся к этому утверждению. Я с этим не согласна. Я считаю, что очень разумную сейчас политику ведет. Ввязываться России ни в коем случае сейчас нельзя, потому что это их личное дело. Вот Украина, пускай сама разбирается. У России сейчас очень много проблем. Вводить войска, это, я считаю, что на сегодняшний день это неразумно и преждевременно. Но силовую нельзя, это может быть война вообще, тогда мировая война может быть, это пепельная война будет. Все будут воевать тогда, все против нас, кругом НАТО стоит во всех границах, что может быть хорошего? Не знаю, как из этого положения выходить, конечно. Ну, я думаю, что у него еще молодой и по недоумию такие слова говорит. А что касается отсутствия военной помощи, зачем России? Мы уже и так 30 миллионов потеряли, слава богу. У меня отец воевал, оба деда и мать воевал. И всякий, кто знает, что это такое, понимает, почему Россия не воюет. Взялись, покажите, на что вы способны. А то их больше половины разбежалось из области, вся Россия заполнила этими беженцами. Кто будет защищать Родину, если они разбежались? Вот и весь сказ. А потом не надо будет с такие заявления делать, что вот кто-то сливает что-то. Это вообще речь такая на уровне зоны, а не человека, облеченного властью и каким-то уровнем образования. На данный момент Путин единственный, кто вообще в состоянии сдерживать ситуацию. Я думаю, этого комментария достаточно. Я тут на стороне Путина и считаю, что его вот эта такая умеренная позиция очень даже должна быть. Иначе разгорится война, в которую будут втянуты все. Это моя позиция такая. А гуманитарная помощь – это не военная. Это разные вещи, поэтому почему нет? Вот. То есть он поддерживает от души, но не нарушая каких-то определенных рамок. Здесь не все чисто, ни с одной, ни с другой стороны. Хотя я патриот. Нам не надо вмешиваться в войну. Они не настолько определенны в своих целях. Я не считаю, что русский народ бросил. С Крымом он поступил правильно. Ювелирная операция. Вот, потому что там было все ясно. А здесь много неясного. Поэтому я поддерживаю, приветствую, что у него хватает ума. У Путина очень сложная ситуация. Он не хочет, чтобы начиналась большая война из-за этого. Его можно понять. Вот. А что касается гуманитарной помощи, это хорошо, это правильно. Но военная помощь, я так думаю, что она все-таки оказывается. Это не афишируется, но она оказывается. Ну, может быть, не в таких объемах, каких хотели бы жители Донецка, там, и Луганска, но оказывается, как можем, так помогаем. Игорь Стрелков в корне не прав. Против власти такие вещи говорить. Власти поставлены Богом, правильно. Вся власть от Бога, и говорить что-то на власти поставленной им, значит, противоречит самому Богу. Я думаю, будет наказан за это.